Блин, а посмотри на меня, она не сильно белым светится посреди леса, мне вот интересно. Я бегу вдоль дороги. Пока не вижу, не отсвечивается. Не отсвечивается, да? Тут белое есть такое. То есть, ну не как этот, Скар, помнишь, когда добавили текстуру? Нет, не такой, просто желтый как выделяется на зеленом. Окей. Дерево слышу, в доме он походу. Да-да-да, на первом этаже. Походу еще про тебя не знает. Минус. Фух, это звук. Бежит, ботнул. Минус. Не бот. Еще, 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 слева у машины. Прямо у машины? Да-да-да, на краю был дороги. Вижу. Отток. Квест сделан. Только не две мосинки, по-моему. Да-да. Ну тут еще СВД какая-то была. Может пошуметь, чтобы он пикнул, я его это просто... щелкнул. Ага. Готов. Найс, nice геймплей. Угу. Где бежит навстречу? В палатке. Не вижу. Не слышу. Бежит, я у Меченки. Он идет, Меченки. Слышу, да. Все идут туда. Минус один. У меня где-то камни в палатке. Это ты? Он по мне. В воде оттягивается. Вижу, 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 вижу. Сука, за елкой. Хер знает, попал или нет. Кручу под времянку. С обвесом. Я в палатке. Ты? По мне. Бот, по-моему. Да, бот. Обхожу по воде этого к дороге. Блять! Он у времянок на колесиках. Хорошо, я понял, бегу. Что? Я кустик не прострелил. Одного убил. Я открытая времянка, смотри, колес. Это не он, по мне калаш стрелял, это РФБ. Так, с ППХ-ой поджимаюсь. Я тоже иду от времянки. Ой, от этого. Да. 314 дефнуто броней, кстати. Опа, по мне. Чувак? Походу, да. На камнях, что ли, сидит? Или бот, или чувак. У меня убил, упор. Другой вообще. Сидел у остановки, у магазинчика здесь. Бля, стрелял бот. М-ка. У него М-ка, мне голову стрелял. Я услышал, да. ZUKTV, аккуратно. Если я даже напялю, как ты говоришь, 40 килограмм, если я захочу остановиться, я остановлюсь, а не пройду еще 3 шага вперед, блин. Но Буянов, видимо, пройдет, поэтому он решил так сделать.
До свидания. Но штурман. Это снайпа, который грудь ваншотит. Только на топовых патронах. Блять! На секунду отвлекся на чат, и у меня челик где-то был передо мной. Сначала его надо отвлечь. Теперь нужно пробежать вот сюда. И убить его нахер. Опа, а там еще один. Да ладно. За помоечку забежал. В родную среду, да? Ну подожди, подожди. Блять, тут еще кто-то. Спокойно, родной. Давай не будем иронизировать. Друг, Вога тебя убила? Нет. Я его с болтовки убил. Подожди, что? Это я его через кусты! Это я, помните, когда сказал, типа, челик убегает за помойку в родную среду? Я ему через кусты прострелом попал в каску, блядь, в затылок. Не, ну это бан. Звук без глушителя, забыл вам показать. 323 поглощено броней. Вот, я же говорю. Да, их было двое всего. Я вот этому типу дал в голову. У него дефнула броня. Реально. Он убежал за помойку, я ему дал в голову еще раз по каске. 300 задефано броней. 338 лапового магнум патрона. Сейчас шмальнем без глушителя, погоните. Эхо, да, появилось в наушниках? Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.